Почти 1000 квартир для ямальцев введены в эксплуатацию по программам Фонда жилищного строительства с начала года. Эти данные сегодня приводит правительство округа. В эксплуатацию введено почти 43 тысячи квадратных метров жилья. Это 879 квартир. Таким образом, ввод в эксплуатацию нового жилья в настоящее время значительно превышает темпы ввода прошлого года. Руководство округа отмечает, что хорошими темпами ведется строительство в Пуровском районе и Ноябрьске. Так, например, в нашем городе досрочно сдан дом на 23 квартиры.